Ребята, всем привет, с вами Игнат. Сегодня солнечный день в Петербурге. Я взял с собой фотоаппарат, я взял с собой камеры, я все с собой взял, я груженный прям сильно-сильно-сильно. Взял стойку, иду снимать я дворец, один из дворцов. Дворец Юсуповых, по-моему, я иду снимать, он недалеко от Сенной площади. Решил я, коль такой хороший день, надо идти это все дело снимать и смотреть пешком. И я только не учел одного, что день-то сейчас короткий и быстро темнеет. А я прям так это вальяжненько иду, расхаживаюсь. В общем, ладно, все, начинаем новый влог. Начинаем фотографировать красоту. Начинаем снимать красоту. Скоро уже Нева замерзнет. Надо же, трава зеленая. Ноябрь месяц на улице. Что тут? Корабли еще плавают. Навигация, наверное, не закроется до той поры, пока это. Пока льдом не покроется река, я так думаю. Вот такие виды мне нравятся, как будто улыбка такая Мона Лизы получается, загадочная. Что это такое в Питере? Что это такое? Какой-то огненный шар. А, это солнышко. Мосты, ребят, до сих пор делают, но уже в любую погоду, представляете, делают. Даже я ехал недавно, ну как недавно, вчера или позавчера, такой был дождь со снегом, прям. Ну, противненькая погода была, скажем так. И они все равно, у них там тентами они накрыты, и все равно жварят, делают, ремонтируют. Вот. Они над собой натягивают вот эти брезенты. И все равно ой, видите, все заморожено. Вот. Полишь на полу замороженное. И вот, видите, тоже их брезент. Они над собой как-то делают, типа как палатки. И в любую погоду устанавливают решетку. Похоже, ребята, был шторм. Смотрите. Рыбак он стоит. Сколько водорослей притащило. И сколько мусора притащило. И яблоки, и бутылки, прям слой такой, на лестнице гляньте, какой слой. Водоросли. И бутылки, и дошираки, все, что хочешь. Вот. А вон рыбаки сидят, прибухивают. А он китайцы, блин, балакает. Везде добирается. Видите, ребята, чем ближе мы подходим к летнему саду, вон сколько катеров, все больше и больше и больше катеров. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть сразу в одном месте. Да, они туда плывут. К Авроре они плывут, точно. Что я за такие тупые вопросы задаю? Идешь, разглядываешь, там наверху на одном доме сидели. Как грифоны сидели, креатиды, атланты, вот так вот и все это поснимать. Надо все бы я прям поснимал, все бы выложил. Солнышко над летним садом. Сейчас, ребята, вон тот мост, этот прачечный, где я сейчас иду. А следующий я забываю, как он называется. В общем, его реставрировали. Помните по влогам, что я еще обходил его. Вот он, этот прачечный. И его собрали. Его блоки почистили, его собрали. Ну, как его собрали? Я надеюсь, что они там все исправили, потому что я фотографировал еще недели две назад для Дзена, но и так еще и не выложил. Я в телефоне столько фотографий для Дзена,
Пиши и пиши. Но это хорошо, когда есть, хуже, когда их нету. И сейчас посмотрим. Не там, что на самом деле вот так вот тяп-ляп и все, или все-таки они как-то позаделали. Прям мне вообще не понравилось, как они тогда сделали. Вот, кстати, когда этот влог выйдет, надо мне и на Дзен выложить эти фотографии того моста. Как они все пособирали. Вот отсюда уже практически сравнялась Петропавловка с Лахта-центром. Хочу сделать кадр, чтобы в одном кадре у меня была и Петропавловка, и Лахта-центр. Сейчас попробую. Ребят, смотрите, не знаю, видите, не увидите, но лужи все во льду. Я подхожу к этому мосту, сейчас буду показывать вам. Они, ну вот, как я приехал из Крыма, он был закрыт на ремонт. Сейчас вы видите, как они отремонтировали его. Смотрите, какие тут дыры. А, они также стяжки сделали. Ёпа-мать. А как оно раньше держалось? Они же ведь его разбирали. Не могли они сделать, вот как оно раньше было, без всяких этих стяжек? Капец. Ведь они же его разбирали, блин. Что, нельзя было собрать, чтобы он стоял, как он стоял изначально? Тут такие стыки были. Вот вы на Дзене посмотрите, они их позамазывали. А здесь каких стыков понаделали? Японский городовой. И оно под наклоном, мне кажется, оно сейчас немножечко и упадет. Так они ни хрена и не сделали. Что они, зачем его разбирали, спрашивается. Я в шоке от такой реставрации, конечно. Вот видите, как они будут заделывать каким-то жидким, типа это, гранитом. Капец. Вот это реставраторы. Меня таких реставраторов прям аж зло взяло. Как-то же цари делали, что оно ничего не замазано, но все свое стояло под своей массой. Тут они отреставрировали, да, еще, наверное, стоила эта реставрация, хрен знает сколько миллионов. Я думал, они по-человечески там что негодное уберут, поставят их ровно. Они даже у них изначально вот так уже стоят. Вот это они отреставрировали ее. Его этот мост. А рыбаков, ребят, сколько? Прям много-много-много. Не понимаю, что не ловят здесь? Покрышки, что ли? Сегодня понедельник, кстати. Спас на крови. Вот отсюда мечеть надо сфотать. Вот сегодня же понедельник, и смотрите, вся набережная в рыбаках. Может, они ловят и сдают рыбу на рыбзаводы? На Марсовом поле люди гуляют, такая погода солнечная, прям народ кишит там. На Троицком машины кишат. Ребята, сейчас будет супер кадр. Петропавловка и Лахта-центр в одном флаконе. Сейчас я их сфоткаю. Опа! Как вам, ребята, эти виды? Вот это вот только таким объективом получается. Он тоже рыбак стоит. Вот этим вот 75 на 300 получается вот такие шикарные виды. И еще, если бы я вышел это все делать с утра, когда солнце не там уже, оно мне как контровой свет получается практически, а когда оно было бы мне спину светило, вот это вода, вообще были бы волшебные кадры. Слушайте, отсюда мечеть с Троицким будет очень хорошо смотреться. Вот я еще, ребята, сильно хочу в мраморный дворец. Там он какие-то мигалки моргает. Может, дядя Вова там? Или
дядя Дима. Ворота закрыты, слушайте, там правда кто-то из них, наверное. Тут всегда открытые ворота. А, как будто Путин, он патриарх. А вот этот памятник, который там стоит, это он стоял раньше на месте, где площадь Восстания, такая, как отвертка посередине стоит, а вот раньше вот этот памятник там стоял на площади Восстания. А коммуняки его сюда перенесли. Блин, а какие там барельефы тоже красивые наверху здания. Да, ребят, что-то там высокопоставлены во дворце сегодня. Может, даже по новостям сегодня пока покажут, если бы я их смотрел. Вон как дворцовый, ой, Троицкий мост отсюда смотрится. Решено, ребята, обойти мраморный дворец, обойти посмотреть, что там происходит. Кажется, там сейчас проходили молодые люди, говорили, по-моему, там кино снимают. Сейчас мы посмотрим, кино или не кино. У меня-то есть еще и зум-камера, есть фотоаппарат с большим объективом, есть еще и зум-камера. Все с собой. Ребят, этот влог я тоже заканчиваю. Спасибо, что его посмотрели. Подписывайтесь на канал, на этот налоговый канал, на основной канал. Ссылки будут в описании. На Яндекс.Дзен. Фотографии офигенные будут для Дзена. Ссылки будут или в описании. Если вы смотрите с Дзена, ссылки на YouTube будут в шапке YouTube. Все, с вами прощаюсь. С вами был Игнат. Пока.